Я хотел чуть прочесть одну скрипку по-русски, которая не влезла, потому что она совсем-совсем новая, она очень короткая в качестве, так сказать, совершающего момента. И говорит, ты справишься, чего ты? А он ей, ну какое там, послушай. О чем у нас в саду листва болтает по вечерам, когда мы засыпаем. И говорит, мы поздние солдаты, мы яблоки, родители деревьев. А он ей, сумасшедшая, родная, война закончилась, уже мы уцелели. Пускай листва нас бормочет и поет, не справились, расстались и погибли. Но нет, еще мы яблоки друг друга, и яблоки и косточки друг друга. Вооруженные родители деревьев. И говорит, любимый, эта темнота еще нам предстоит, но ты ее не бойся. Мы справимся. Мы вместе навсегда. Молодец. Mm-hmm.